Жители Карачаево-Черкесии продолжают приходить с цветами к мемориальному сооружению в центре Черкесска, установленному в память тех, кто погиб от рук террористов в Крокус-Сити-Холле. Администрация и игроки республиканского футбольного клуба «Нарт» ранее находились на сборах. Как только вернулись домой, всем составом посетили памятное место, посвященное жертвам вооруженного нападения в подмосковном Крокус-Сити. По словам представителей команды, они не просто не имели права и не хотели оставаться в стороне от сопереживания тем, чьи родные и друзья погибли или пострадали в Красногорской трагедии. 22 числа – это трагический день для нашей России. Это очень больной день. Все мы сожалеем, оплакиваем. И хочу сказать, что эти шакалы, эти нелюди, они за все ответят. И очень жалко этих мирных людей, которые в этот день погибли. Это такой трудный день для всей России, для всех нас. Мы должны стоять еще сильнее, еще прямее и доказать, что нас не сломать.